Ну а сегодня в Актау начал работу двухдневный ежеквартальный практический семинар-встреча для руководителей актива этнокультурных объединений регионов. Основная тема – фактическая реализация послания лидера нации, рост благосостояния казахстанцев, повышение доходов и качества жизни. Рабочий график семинара включает пленарное заседание, выступления спикеров на различные темы, обмен опытом с приведением фактических данных, ответы на вопросы. Доклады спикеров охватили такие вопросы, как реализация стратегически важного документа, потенциал казахстанской идентичности, работа районных общественных объединений, трудовая миграция, адаптация, интеграция, роль медиации в современном обществе. В рамках же мероприятия отмечена огромная роль Елбасы в создании и развитии мультикультурного общества и пример толерантности, которого становится в пример всему мировому сообществу. А именно эта модель и позволила войти казахстанскому народу в новое тысячелетие как сплоченному и единому, что в свою очередь и является одним из залогов всестороннего развития нашей республики. Только в период с 37 по 44 год на территорию Казахстана были насильственно переселены 62 этнические группы, нога предков которых никогда не ступала на нашу землю. И сегодня они все сохранены. Их сослали, но они выжили. И история, изучение собственной истории показывает именно вот это, как они выжили. Вы понимаете, любые знания – это духовное богатство. И это духовное богатство, знание вот этой истории, она сближает наши народы. Наша дружба, о которой мы сегодня говорим, которой мы гордимся, она строится именно вот на... Модернизация общественного сознания. Я считаю, что это сегодня ключевой вопрос, потому что, чтобы сегодня модернизировать экономику или политическую систему, сознание человека, это прежде всего нужно обрести сегодня серьезный, хороший опыт, практику по работе с людьми. В моем представлении, вот за эти годы Ассамблея народа Казахстана стала настоящей школой казахстанского патриотизма. Даже считаю, что это академия духа. А дух народа – это хребет нации, это хребет любого государства.